почему вот уже сейчас, скажем так, реально мы видим, что славянская церковь, она как бы, ну, пошла по всей территории России. Почему она, конечно, Кубань? Почему не было это 20-30 лет назад? Вот будет слово. Вы понимаете, а кто вам сказал, что не было? Ну вот я как бы достаточно хорошо знаю жизнь этого города и края впервые. Вот Кавказ был рядом, да? Кавказ рядом. В 69-м году я был на Кавказе. И в пещере, в храме проходил обряд на Кавказе. А на Кавказе это где конкретно? Ну, вы понимаете, я знаю, что мы оттуда ехали с Ростова на Дону на машине. То есть где это? Это было, извините, почти... Было как бы немножко абстрактно. Какое-то место на Кавказе. Да, то есть привезли, и там местные приходили. Понимаете? Меня дед взял с собой. Поэтому как я могу сказать здесь? Я последний раз здесь был 25 лет назад. То есть в этих местах. Поэтому для меня это все, будем говорить, как заново появилось. Многие названия. То есть в основном, вот у меня миссия круга, то есть по России я от Магадана проехал до Омска, потом Екатеринбург, это 92-й год, до Омска, с Омска на Москву, с Москвы Югославия, Моравия, Австрия, Германия, Дания, Ирландия, Шотландия, Канада, США и домой. Вот так. Этот год, я думаю, ну проеду, если я там по Свято-Расе, то есть от Урала до Дальнего Востока прошлый круг. Этот круг я решил проедусь по Виднее, то есть ну, по европейской части, заеду в Индию, езжу опять в Шотландию, в Ирландию, в Прибалтику, в Скандинавию. Ну эти, не знаю, обещали прислать вызов. Итальянцы, там, общество наследия ум. То есть переписываемся, то есть, ну у них где-то папа Бенито своей, то есть там смесь, будем говорить, старой латинской веры, то есть дохристианской, перемешку с папой Бенито. Этрусский, да? А? Этрусский там и этрусские, и латиняне. То есть, но до христиан. И они хранят волны. В Омске, скажите, давно община? Община капища Вида Перуна существует как возрожденная, заново возрожденная в 1799 году. Асгардская община возрождена, то есть там возрождена, как осталось всего пять человек. И потом переселенцы приехали из Белоруссии и возродили ее в 1898 году. То есть община Свято-Раса в 1536 году. Тоже возрожденная. То есть я вот, допустим, нам вот вашу вот юстицию, я принес, захватил с собой просто даже уставы общины. То есть мы в юстицию с архива брали бумажки подтверждения, а там в уставе уже зарегистрирован стоит. Община действует с 1799 года. Подтверждение все в нашей этой юстиции. То есть, ну я не знаю, кому это нравится. Раньше требовалось, допустим, подтверждение о 50-летнем существовании, чтобы было слово «Россия» использовалось. Я принес разделиловскую летопись, говорю, вот смотрите, а нас упоминание. Друзья Руси зовутся Свии, друзья Урмани, ну те, кто в тайге живут, друзья Ингляне, друзья Иготы. Они говорят, такая же подделка 13 века. Да. Я говорю, ну и что? Они говорят, ну это же подделка. Я говорю, ну 13 век, а сейчас 20-й, 700 лет назад подделали, то есть хоть подделали, но про нас же упоминали 700 лет назад. Все, вопрос исчерпан.